Первый заплыв 100 метров в стиле баттерфляй. Лучшей в мире стал Кло Лет Чад. Его мировой рекорд составил 48 секунд и 8 сотых. Возможно, кто-то из этих ребят сможет улучшить его результаты. До показателей мирового уровня им пока далеко. Но большими шагами юниоры идут к успеху. Сегодня Алексей Стурин установил новый рекорд Бурятии. В дисциплине 200 метров стилем брас спортсмены не могли улучшить этот результат целых 3 года. В прошлом году проиграл сопернику своему по черной дорожке, который был. В этом году установил рекорд, отвоевал звание чемпиона. Я, конечно, очень рад, потому что я проигрывал своему сопернику. Это первый раз, когда я у него выиграл. Но я, конечно, впечатлен. Тем более, установил рекорд города. Для достижения таких результатов спортсмены тренируются 6 дней в неделю, по 1,5 часа. И у некоторых пловцов еще есть время подготовиться. Из-за большого количества участников турнир будут проводить в 3 дня. У нас получается более 30 заплывов будет по разным дисциплинам. Как на короткие дистанции, так и на длинные дистанции. Ну и будут завершающие эстафеты у нас еще проводиться. Результаты этих соревнований будут отправлены во Всероссийскую федерацию плавания, в результате чего будут выявлены спортсмены для участия в первенстве России, которое в этом году будет проходить в городе Волгоград. Теперь, поедет ли Алексей на первенство России, будет решать комиссия в Москве. Для этого нужно выполнить разряд не ниже кандидата в мастера спорта. Валерия Каратуева, Андрей Дармаев. Новости дня.